телеграм-канал Мэш утверждает, что российская прокуратура начала проверку законности получения военного билета блогером Михаилом Литвиным. По данным Мэш, причиной проверки стали заявления блогера. По информации телеграм-канала, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратил внимание на видео 2021 года с заявлениями Литвина о военном билете. Бородин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Как утверждает Мэш, у проверяющих уже возникли вопросы к документу из личного дела Литвина, речь идет о временной регистрации в общежитии МГТУ имени Баумана. По данным телеграм-канала, блогер не учился в Бауманке, не жил в общежитии вуза и не мог посещать его военно-учебный центр, но якобы посещал. По данным Мэш, если получение военного билета признают незаконным, блогеру будут грозить статьи об уклонении от службы, подделке документов и даче взятки должностному лицу. Наказание по этим статьям составляет 15 лет лишения свободы. Литвин – российский видеоблогер и стример. В октябре 2024 года он получил 13 суток административного ареста из-за драки с болельщиком во время матча Медиалиги.